20 января 2024 год, но возле Луны Гала, я не знаю, будет ли видно, конечно, на съемках. Он у нас, кстати, не видно, да, Юпитера, не хватает светосилы. Жаль. Зрелище красивое. Луна, рядом Юпитер. А, вот Юпитер, о! Ну, Гала, наверное, свечение вокруг Луны. Оно как раз вот примерно касается Юпитера, не видно, наверное, к сожалению. Эх, ну и без фотоаппарата. А вот даже видно сейчас одновременно Юпитер и Луну. Качество, конечно, паршивое. Ну, в следующий раз буду брать фотоаппарат.